Всем привет! Вот я думаю, Свет MC30. Имеет смысл заниматься с пищалками? Или нет? Я сделал несколько фотографий, чтобы не рассказывать о таком простом сервисе. Уже не делать длинное видео. Я их сейчас соединю в небольшое слайд-шоу. А вы уже решаете, стоит ли этим заниматься. Вообще, стоит ли эти колонки?